В этом году от гриппа в области хотят провакцинировать более 760 тысяч человек. Такой план перед собой ставят в региональном Минздраве. Прививочная кампания уже стартовала. Поставлено около 300 тысяч доз вакцин «Савигрипп» и «Ультрикс Кварди». Медики напоминают, вакцинироваться от гриппа лучше всего именно сейчас, до начала возможной эпидемии, но не ранее, чем через несколько недель после вакцинации от коронавируса. Кстати, сделать прививку от гриппа можно не только в поликлиниках. Укол поставят в тех же мобильных прививочных пунктах, где вакцинируют от COVID-19. Список таких адресов на ваших экранах.